История государственного флага России насчитывает уже более 300 лет. Создателем триколора по праву считается Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому на всех торговых судах надлежало поднимать бело-сине-красный флаг. Император сам придумал его образец и определил порядок полос. В переломные моменты истории нашей страны менялся и государственный флаг. Так, во время правления Александра II он стал черно-желто-белым, а советский Союз более 70 лет жил под красным стягом. Триколор вернулся 22 августа 1991 года, когда его подняли в Москве над Белым домом. Отмечать День флага начали позже, в 2001 году. В Ершовском поселении этот праздник проходит ежегодно. Для жителей он уже стал доброй традицией. У нас сложилась добрая традиция. Мы практически, как только объявили этот праздник, то есть с 2001 года, с тех пор мы его и проводим. Ну, стараемся в разной форме. В прошлом году, допустим, это был флешмоб, посвященный флагу. Сейчас вот концерт. В следующем году мы, наверное, придумаем еще что-нибудь. Мы каждый раз пытаемся сделать его оригинально. В концерте, посвященном празднику, приняли участие вокальная студия «Ноктюрн», духовой оркестр сельского поселения под управлением Александра Шулаева, детский хор «Улыбка», фольклорный ансамбль «Ягода», артисты студии «Маленький театр» и «Алые паруса», хор русской песни имени Марии Владыкиной и многие другие местные творческие объединения. Все дома культуры готовятся к нему очень тщательно, с энтузиазмом. Вот. Вы можете вот понаблюдать, увидеть, какие мы представляем номера. Это, в общем-то, все самодеятельность. Это все таланты нашего сельского поселения. До сих пор историки спорят о том, что обозначают цвета государственного флага России. Самое распространенное мнение – белый – это свобода, синий – покровительство Богородицы, а красный – державность. Однако есть и альтернативное толкование. Белый – это небо, голубой – это реки и озера, а красный – это Красная площадь. Белый – это свобода, красный – это сила, а синий – это мечта. Белый – цвет духовной чистоты, синий – цвет синевы, красный – победа. Белый – чистота, синий – чистое небо, красный – сила нашей России. Организаторы считают, что подобные праздники дают возможность жителям прикоснуться к истории нашей страны, лучше понять ее, ведь в государственной символике отражаются мощь, величие и подвиги русского народа. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, Мария Подъепольская, телекомпания «Одинцова».